Здравия желаем. Значит, продолжаем модернизировать обогреватель. То есть я вчера показывал, расход 100 ватт, конструкция внутри, коробочка из-под блока питания, патрон фарфоровый, керамический. Сейчас модернизация пошла в чем? Увеличил поле нагрева. Вот это уже, видите, тарелка алюминиевая, которая дает поле, вот насколько увеличилось. И значит, в хате потеплело. То есть сейчас температура за бортом у нас плюс 9 градусов. А температура в хате, видите, 19. То есть обогреватель вполне пригоден. Дает 10, как говорится, градусов нагрева. Ну, вот комната. Размер ее где-то 3 метров 10 квадратных. То есть такая комната может обогреваться. При температуре, допустим, минус, не знаю, проверки не проводил. Вот. Там, может, надо увеличить мощность. То есть, получается, что у нас? Сейчас нарисуем. Почему так происходит? Вот лампочка, вот, допустим, обычный тен, обогревательный элемент. Так. Ну вот такой, допустим, он. Такой вот. Полукруглый. Как в духовке. Вернее, нет. Квадратный такой, закругленный. Вот так вот примерно. Вот эта вот трубка. В трубку впаяна спираль. Спираль. Из нихрома. 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 Так. Нихром имеет, значит, температуру плавления 1000 градусов. 1000 градусов. Понимаете? Значит, надо спираль делать такой длины и толщины, чтобы оно не сгорело. А раз толщина и длина больше, сопротивление вот этого нихрома вот внутри больше, а тепла меньше. То есть, допустим, вот такая трубка. Трубка. Допустим, 1 киловатт. 1 киловатт. Ну, обычно вот тен. Допустим, в печке, в духовке. 1 киловатт. Или 1,5 киловатта даже. 1,5 есть. 1,5 есть. 2. Ну, 1,5 киловатта потребляет. А вот теперь возьмем другое. Так, сейчас. Лампочка накаливания. Вот так вот. Где-то вот так примерно, как груша. Так. И в ней спиралька маленькая. Но спиралька не нихром, а вольфрам. 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 Фрам. Температура его плавления 4000. 4 раза больше. То есть, поэтому спираль можно короткую сделать и тоненькую. Да, нагрев будет больше. Тут, допустим, нагрев 100 градусов. Всего. А здесь 400. 400 градусов лампочка где-то, а то и больше, а то и 500, знаю какая. На 100 ватт где-то 400 градусов. Что дает больше тепла? 100 градусов или 400? 400. А здесь идет 100 ватт. 100 ватт. 100 ватт. А здесь идет 1,5 киловатта.
15 раз разница. Но здесь нагрева больше в 4 раза. И плюс спираль короче, еще больше. Вот и получаем, что КПД где-то 1000% такой системы. И это надо применять. Можно и делать печки с вольфрамовой спиралью, а не с нехромовой. То есть КПД будет значительно выше 100%.